Приветствую вас. Для начала спасибо большое за благодарность. Вот, рад, что мой ответ вам помог разобраться с проблемой. Вот, прочитал ваш текст. Я снова, ну, напомнил себе, что там было у вас. Вот. И по-прежнему непонятно, из-за чего у вас были ссоры. По-прежнему непонятно, из-за чего вы ссорились. По-прежнему вы об этом не говорите. По-прежнему, значит, сейчас я открою ваш текст, предыдущий. Вот вы говорите, что не собираюсь его возвращать. Предложение дружбы не принимаю. Потеряю, значит, потеряю. В общем, как бы вы пишете, я хочу разложить все по полочкам, чтобы оставить чувства и эмоции в этих буквах. Вот. То есть, ну, понятно, что по полочкам разложить можно, чувства и эмоции вы не оставите, да? Вот. Чувства и эмоции у вас будут. Значит, у меня такое ощущение, что мужчина, он просто не хочет брать ответственность на себя за вас. Слишком много от него требуется, по его мнению. Слишком много он, ну, может быть, должен, по его мнению, вам. Слишком много от него стало требовать, по его мнению. И вроде бы он любит вас, то есть вроде бы вы ему дороги. Вроде бы вы не безразличны ему. Но он не готов. Не готов что-то делать для того, чтобы вам было хорошо. Это типично, к сожалению, типично такое поведение человека, не до конца зрелого, не до конца понимающего себя, не до конца понимающего то, чего он хочет, то, что ему нужно, понимаете? И эти ссоры были, вот нужно понять, да, из-за чего ссоры. Но я думаю, что вот как бы вы ссорились, он всегда возвращался, потому что ему они казались несерьезными, ссоры. А теперь ссоры, последние ссоры, вот из-за которой вы ушли, да, от него, она показалась ему очень серьезной. Он понял, что вы хотите чего-то для себя реально. И понял, что вам этого дать не готов. Вот. У него есть там влечение, есть там чувства, но как бы обеспечить их своим вот поведением, своими эмоциями, своими поступками он не может. Вот.
Так, значит, решила сделать первые шаги. Я не помню, конечно, что я говорил вам в ответе. Вот. Это было, какое-то время назад. Не говорю, что давно, но какое-то время назад. Вот. И, соответственно, как бы, если мы ставим вопрос так, то я, естественно, не помню, что именно было в моих словах, но хочу сказать следующее, что, по крайней мере, у вас есть некое противоречие. Противоречие в чем? Противоречие наблюдается в том, что вы, говоря о том, что не хотите больше с мужчиной быть, противоречие в том, что вы, говоря, что вам мужчина, в общем-то, не интересен, что вам мужчина, в общем-то, что вы уже оставили его позади, да? Что вы оставили его в прошлом, никак не вяжется с тем, что вы сделали первый шаг. То есть вы здесь противоречите сами себе. Это первое, на что нужно обратить внимание. То есть вы-то вроде бы производите впечатление человека достаточно такого сознательного, жесткого по отношению к себе. Вот. И ваши слова, они звучали, довольно-таки хорошо. То действительно, не принимаете вы дружбы. И не надо ее принимать. Не принимаете вы этих вот непонятных отношений. Это ваш выбор. Это ваш выбор. И это выбор правильный. И вот теперь вы изменяете своему выбору и делаете мужчине первые шаги. Еще раз, я не помню, что я говорил в первом ответе. Может быть, я вам рекомендовал это сделать. Я не помню. Но если вы решили сделать первые шаги, то для чего вы решили? Это первое. Это важно. Далее общение. В общем, завязалось все. Там. Вы позвонили, он скинул, я спросил, удалил он меня, шеф добавил, он сказал, что нет, тут вот непонятно. Опять же, зачем вы ему позвонили сами? То есть, сделали первые шаги, написали смс, поговорили, и все, зачем было звонить? Мужчина, опять, у которого проблема с ответственностью, воспринял это как некий негатив в свой адрес. Для мужчины это означает, что вы опять взялись за свое. Что вы снова, например, хотите его там, себе подчинить, например. Понимаете? Вот. И это начало усиливаться. Тут вот непонятно, в общем, он позвонил, я скинул, я позвонил, он скинул, я его спросила, удалил ли он меня, то есть как это связано, не очень ясно. Он сказал, что нет, что просто он с человеком, я спросила с девушкой, он сказал, что нет. Зачем вы его об этом спросили, если он
уже не с вами, и почему так, вот, такое вот резкое давление на человека, вот. Но я ему написала, что желаю ему счастья, без злобы, искренне этого желаю ему. А зачем написали? Но совершенно очевидно, что нельзя. Нельзя желать человеку желать счастья искренне в такой ситуации. Мужчина ваш просто в силу, так скажем, в силу своих особенностей, да, не сможет это принять. Как бы, ну вот, буквально. У него нет таких ресурсов, у него нет таких сил. Понимаете? А вы, как бы, ему это желаете. И естественно, что человек, он чувствует, что ситуация выходит из-под контроля, да, что вы как бы закрываете перед ним дверь, что вы таким образом как бы им манипулируете. То есть он хочет быть с вами, но он чувствует, что это делаете вы. Вы не даете ему возможности как-то адаптироваться к ситуации. Вот. Значит, ну, он звонил вам, созвонились, болтали, я была абсолютно позитивно весела, он на работе был, я слышала это, и был он с папой, я это знаю, я его это знаю. Почему вы это, зачем вы это написали, не очень понятно. Такое впечатление, что вы пытаетесь нам сказать, что мужчина вас не обманывает, что у него, правда, никого нет. Что он правда свободен, да, что он правда скучает по вам, что он правда ждет вас. Понимаете, так-то оно может быть и так, может быть он один. И может быть он действительно по вам скучает. Но что? Это меняет по отношению к вам. Что это меняет? Ничего. Потому что он расстался с вами, когда у него тоже никого не было. Вот. Решили увидеться, просто провести время. Это было обоюдно. Опять же, здесь вы спешите. Кто решил увидеться? Вы решили увидеться? Почему вы решили увидеться? Опять же, это не вам решать нужно было. Это нужно было решать мужчине. Не вам, мужчине. Это было бы справедливо. Ну, если мы с вами исходим из того, что вы хотите, чтобы человек как бы был с вами. Не очень понятно, из чего вы исходите, не очень понятно, чего вы хотите. Пока что. Вот. Но тем не менее, надеюсь, мою мысль вы уловили сейчас. Дальше. Значит, он включил песню про любовь, которую слушает часто, и она одна крутилась все время. Что это значит? Это значит что-то, спрашиваете вы. Это может означать только то, что у человека ассоциативный ряд такой, что вот он к
как бы, ну, хочет испытывать чувства, испытывать потребность в, например, любви, да, испытывать желание, что вы у него, как бы, ассоциируетесь с любовью, вот. И это, в общем и целом, нормально. Это нормальная позиция, это нормальная реакция. Вот. То есть именно к вам это отношение не имеет прямого. То есть как бы может не иметь к вам это отношение прямого. Потому что если бы мужчина хотел проявить к вам бы чувства, например, то он бы их проявил. Ему не нужно было бы, включать песню про любовь. Зачем? Зачем это делать? Если можно проявить к вам чувство и так. Он сделает. Значит, мы говорим о нем, о его состоянии. И мы говорим либо о том, что он не чувствует, что он в тех отношениях, которые, ну, которые ему нужны, которых он желал бы, которые доставляют ему удовольствие, там, да, и так далее. Либо что-то еще. Но, скорее всего, это именно вот так. Что ему просто, он просто не получает, не дополучает от вас то, что ему нужно. Но вы не должны ему этого давать, поймите. Вы даете то, что должны, вы даете то, что можете. Как бы это от вас не зависит. Объективно. По объективным причинам. Вы не можете дать человеку то, что он хочет. Всего. Вот. Но в песне про любовь вы увидели для себя надежду. И опять вопрос. Как это коррелируется с тем, что значит, вы хотели от него уйти? Что вы хотели от него там, ну, с ним расстаться. Дальше, значит, он раньше так не делал, всегда играли разные песни. Короче, все было хорошо, и вот после секса он стал собираться и говорит, что это было в последний раз. Знаете, у вас, конечно, свой стиль повествования, свой стиль рассказа ситуации. Я могу только сказать, что... А секс-то почему был? Вы расстались. Общение только началось. Почему сразу позволили до секса найти? Зачем? Вы так об этом говорите, знаете, обыденно, что ли? Вот и после секса, как будто это само собой разумеющееся. Я вас удивлю, но это не само собой разумеющееся. И секса быть не должно было. Но он случился. Возникает вопрос. Почему? Особенно если вы расстались. Возникает вопрос, зачем? Опять же, особенно если вы расстались с ним. Ну, по крайней мере, да, вот. По крайней мере, на данный момент вы расстались. Так зачем? Все хотели получить для, ну, для себя, может быть.
что хотели получить от этой ситуации, от мужчины, может быть, в целом. Это важно. Это важно, чтобы вы для себя эти моменты выявили. Дальше. Значит, он говорит, что это было последний раз, что так нельзя, мы расстались, что у него другие планы на жизнь, найдешь себе другого. Ну, понимаете, как получилось, что опять вы на него как бы взваливаете ответственность. Ну, за ваши отношения. Вот такая штука. А он к ней не готов. И еще пока. И получается, что вы его напугали. И получается, что вы его опять оттолкнули своим поведением. Понимаете? Какая вещь. Именно поэтому он это все говорит. Но боится мужчина пока еще своих чувств. Боится мужчина, а вот он испытывает, не готов к ответственности человек. Так позвольте же ему занимать ту грань ответственности, которая его устраивает, которая ему комфортна, чтобы он мог адекватно себя проявить в этом. Понимаете? У меня нет ощущения, что мужчина чувствует себя с вами свободным. А это означает, что если он не чувствует себя с вами свободным, значит, ему и будет сложно. И он будет время отталкивать вас. И вы будете ссориться все время. Но я не знаю, конечно, из-за чего вы ссоритесь. Дальше. Значит, потом у двери он говорит, что будем так же общаться, но даже если он будет умолять меня заняться сексом, чтобы я не соглашался, сказала нет. Ну, это вот классическая, мужчина боится ответственности, а вы его не доращиваете на нее. А я так и не решился ему сказать, что я беременна. Но опять же, вы здесь, как само собой разумеющееся, говорите. Знали ли вы в первом вопросе, что вы беременны? Еще. Почему не сказали, что беременна? Вы отвечаете на этот вопрос. Но это все не то, это не те ответы. Это рационализация, то, что вы говорите. Как сказать человеку, который ушел и не хочет быть с тобой, что ты ждешь ребенка? А какое отношение имеет ребенок к человеку, который ушел и не хочет быть с вами? Какое отношение родительская позиция имеет к позиции гендерной? Такой вам вопрос задам. Вот вы сами как считаете? Откуда здесь связь?
чем она, эта связь, заключается? Понимаете? На мой взгляд, этой связи нет. Я хочу, чтобы вы это поняли. Ребенок появился в результате интимной близости. Да. Но ребенок – это самостоятельное образование. И относиться к нему нужно так. А вот суды могут навредить и вам, и вашим отношениям, и ребенку тоже. Почему я не решила сказать? Потому что знаю, что он будет просить аборт. Это ваше право делать аборт или нет. Что он откажется? От чего откажется? Что скажет, что не готов, что оставит одну? Ну, во-первых, зачем вы за него решаете? Это само по себе не есть хорошо. То есть нехорошо решать за человека. Вы как бы берете ответственность за него в чем-то, но при этом вы не очень хорошо справляетесь со своей ответственностью именно за себя. И как бы возникает тогда вопрос резонный. Может быть, сперва вы будете справляться со своей ответственностью и потом уже как бы будете принимать решения за других людей. Понимаете? Это правильно. Этот подход правильный. То, что делаете вы сейчас, это подход, к сожалению, деструктивный. Дальше. Так, я это знаю, я это принимаю, от этого мне больно, потому что я не так все хотел, хотела счастливую, полноценную семью. А для чего вы хотели семью? Зачем она вам нужна была? Какую цель, по вашему мнению, семья выполняет? Понимаете? Вот. Чего вы ждете от семьи? Чего вы ждете от, ну от нее, вот что она вам дать должна, да, то есть. И понимаете ли вы, что ожидая от семьи чего-то, вы по большому счету создаете некий идеальный образ семьи, который, под который, и пытаетесь подстроить этого человека. Ну и, в общем-то, любого другого человека. Потому что вам от семьи своей в будущем что-то нужно. Вам нужно что-то.
а ответственность за это как бы несет ваш мужчина или те, кто вас окружает. Вот. Нельзя хотеть семью, полноценную семью, нельзя ее хотеть, как бы не имея адекватных отношений с молодым человеком. Нельзя хотеть семью как таковую, как предмет, как отдельный какой-то элемент. Вы хотите просто быть человеком, хотите сделать его счастливым, например, и все. И это естественным образом перерастает в семью. Это работает именно так. И никак иначе. Дальше. Идем. Аборт делать не буду, буду рожать, подавать в суд, делать экспертизу. Если понадобятся алименты, реву, сижу и боюсь ему даже написать, потому что он уже и заблокировал меня, или просто не ответил. И вот вопрос. Так чего же вы хотите? И что готовы для этого сделать? Хотите ли вы быть с этим мужчиной? Или хотите ли вы семью? И случайно не для семьи ли вы хотите ребенка? Случайно не для семьи ли вы хотите его оставить? Потому что вам нужна семья. А можете ли вы адекватно ребенка воспитать? Можете ли вы дать ребенку все, что нужно? И зачем обрекать ребенка на жизнь, например, без отца? Ради своих желаний, ради своих целей. Если просто хотите дать ребенку жизнь, это пожалуйста. Безусловно. Но если вам это нужно для себя, то не стоит этого делать. Пожалуйста, учтите. Постарайтесь учесть этот момент. Это очень важно. Поверьте, это очень, очень важно. Если мы хотим, чтобы у вас все было нормально. Дальше. Боюсь ему даже написать. Чего боитесь? Ну, не ответит он вам. Хорошо. А вы-то чего боитесь? Почему вы позволяете своим страхам влиять на вашу жизнь, на ваш выбор, на ваше поведение? Почему? Зачем? И по-прежнему непонятно, чего вы хотите от мужчины вообще. То есть в прошлом тексте вы говорили одно, писали одно. В этом тексте вы пишете уже другое. Вы говорите, что вы не собираетесь его возвращать. Говорили. А в этом тексте вы пишете, что хотели бы его вернуть. Ну, все на это указывают, что хотели бы. И я вам задаю вопрос, так чего вы хотите и зачем? Что вам нужно и для чего? Именно вам. Для чего ребенок, молодой человек? Для чего вам это все? Зачем? Подумайте. И исходя из этого уже действуйте. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь.
Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!